Так, дорогая публика, здравствуйте. Сегодня вот мой собеседник Эдуард Александрович Захаров, который, в общем, под псевдонимом выступает Горан Милич. Он псевдоним, у него канал такой Горан Милич, и там он обычно рассказывает про всякую экзотику. В последнее время он повадился у меня, говорит, и про физику, и про, ну, серьезные такие вещи, не экзотичные. А сегодня он опять за старое. Решил поговорить не про такую уж прямо экзотическую страну, про Италию. Хотя, конечно, Италия, сказки об Италии, там, да, Пеппо, или что-нибудь такое вот. Вот. Но, тем не менее, все-таки, ну, это понятно, там, как-то вот, ну, знаем мы итальянское искусство, итальянскую культуру, в общем-то, так. Но, говорит, вот, говорит, интересно, говорит, вот они вроде не глупые люди, а свалились, говорит, в фашизм. Правда, фашизм у них был не чета национал-социализму немецкому, да, все-таки там совсем ну, другой. Фашизм, именно, итальянский фашизм. Фашизм, да, сам натуральный фашизм, да. Да. Пожалуйста, рассказывайте, пожалуйста. Да, это в качестве, как бы, такой рекламы своему видео, которое небольшой ролик на 4,5 часа, конечно, звучит это абсолютно ужасающе, конечно, я понимаю, но на самом деле там две части по 2 часа и 2:30, то есть это короткий экскурс в историю Италии, и вторая часть все 20 регионов, какие-то короткие заметки, ну то есть 20 регионов это довольно-таки много. О. И там по 10 минуточек, там чуть-чуть понемножку, раз-раз-раз, и вот уже, и уже получилось там 4,5 часа. Кто хочет поехать в Италию, а потом сможет, вот посмотрите. А кто хочет, но не сможет, тоже вот посмотрите. Да, ну это такой, конечно, специфичный контент. Но по всей Италии, конечно, никто не поедет, да. Венеция, Рим, там да, вот. Флоренция, может быть. Флоренция, да, Неаполь да, можно да. Можно съездить. Неаполь, да, да, да. Да, нет, ну много куда ездят русские, да, там, ну, туристы. Ну, ездили, да, пока это не случилось. Некоторые ездили на озеро Кома, там у них была дача. Дача, ну, даже своя была дача, но теперь их не пускают. Это, говорит, антисемитизм просто какой-то, да, говорит, не пускают, да. Говорит, евреев как дачу на озере Кома. Да. Вот. И да, это, конечно, контент такой специфичный, как выразился один товарищ в интернете, что это контент для прикованных к постели. Я очень долго смеялся, но в какой-то мере. Ну ладно, короче, давай. Ну, у нас такого рода контент раньше назывался клуб кинопутешественников. Потому что, ну, да, на, да, как мы там на озеро Титикака поедем, кроме как клуб кинопутешественников? Ну вот, да, именно об этом речь. Нельзя даже было во Владивосток съездить, потому что это была погранзона. Нужно было лебедя иметь такой вот штамп, двойку. Лебедь назывался. Вот. А без лебедя туда не приедешь, во Владивосток. Вот. Такие дела. Вот так. Вот, все-таки да, пойдемте к фашизму. Ну, в смысле, да, пойдемте к фашизму, пойдемте. Поговорим о фашизме. Вот вы можете там, не знаю, в двух-трех фразах объяснить, вот почему, вот как так случилось, что итальянцы каким-то образом взяли и начали почувствовать, что с ними не так. Ну, сейчас попробую я свое видение проблемы выйти. Это было время такое, когда очень популярны были, так сказать, футуристы, поэты-футуристы. Они все, в общем-то говоря, были вот это вот их культурный бэкграунд, да, вот это вот у фашизма, поэты-футуристы, всякие футуристы. Это раз. Второе. Значит, Италия, она вообще такая чудная страна. Они решили повоевать в Первой мировой войне против Австрии и оттяпать у нее там маленький кусочек там где-то в Тироле, в Альпах, да, итальянский Тироль называется. Ну, они, правда, воевать-то начали там, но тут же мы с австрийцем раз там, два дали прикурить, три дали, и там эта линия фронта потихонечку сдвигалась в сторону Италии. Было очень расстройство. Когда, в конце концов, победили Германию, ну, в общем-то, победили, вот, ну, они, значит, решили что-то там присоединить. Присоединили они, кстати говоря, Тироль. Вот. И у них была, значит, проблема еще тут с побережьем. А там на побережье там был порт, по-моему, Триест, если не ошибаюсь, да? Который да. Принадлежал Австро-Венгрии. Ну, собственно, Венгрии, венгерскому королевству он принадлежал. Вот. И его как-то вот вроде как не Италии отдали, а чуть ли не Югославии достался он. Нет, Триест отдали Италии, Далматию там, вот острова Далматии. Далматия, которые... но Триест отдали Италии не сразу, то пришлось что-то такое там проявить себя итальянским товарищам, этим самым, ну, как бы сказать, политикам-любителям, вот. Так, народная политика, в виде протестов, походов и так далее. Вот это вот случилось. И, кстати говоря, в этом самом горном Тироле, в итальянском Тироле, вернее, да, простите меня,
Там такая вот вялотекущая партизанская борьба против Италии продолжалась до второй половины 60-х годов. Вот, там, значит, иногда взрывали, иногда возьмут там целую линию электропередач. Бабах, взорвали. Партизаны, еще в 60-е годы они это творили. Да, вот видите как. Мягко-то, в Европе-то тоже как, вот мягко присоединили их, да? Не стали это там, как это там, ну как немцы, типа Аусвайс, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, как в кино вот это все. Итальянцы не такие, ну вот им за это дело взрывали все время. Ну вот, а как они повелись за фашизмом? Ну, собственно говоря, он ведь был из кузнецов, имеется в виду Бенито Муссолини-то, да? Он был сын кузнеца, по-моему, если не ошибаюсь, от такого атлетического телосложения. Он был журналист социалистической направленности. Он писал в газете «Аванти» или «Аванти», не знаю, как правильно писать, «Аванти» вроде бы. И, ну, как-то вот не непосредственно, но через кого-то даже был с Лениным знаком. Вот они в этой тусовке были в одной, и тогда ну, как-то у Ленина к нему такое же отношение было, как к любому другому европейскому, так сказать, социалисту, не лучше, не хуже. Вот. Вот такие вот дела были. Ну, а потом он взошел, вот этот поход на Рим, с народом собрался он, да, и вообще такой у него вид, бритая голова, такой там. Вот так вот он. И, кстати говоря, не так давно я видел видео с митинга итальянских коммунистов. Лидер итальянских коммунистов, он косит явно под Бенито Муссолини. Такой вот бритый, такой выступает, такой вот прям нижнюю губу оттопыривает Бенито Муссолини. Ну и вообще надо сказать, что при Муссолини поднялась у них автопромышленность, судостроительная промышленность, авиапромышленность, знаменитый, как это называл, Капрони, у них была такая вот марка самолетная, Капрони, в общем, вполне себе была, ну, котировалась по тогдашним временам, а корабли-то вообще было шик и блеск. Знаменитые советские лидеры эсминцев, ну, например, так сказать, Ташкент такой был знаменитый советский лидер эсминцев, это такой класс кораблей, лидер эсминцев. Вот мы говорим, это чисто советский класс, они были построены в Италии. Они в Италии по заказу СССР строились вот эти вот, ну, что-то типа легкий крейсер, но вроде полегче, чем легкий крейсер, но потяжелее, чем эсминец. Поэтому лидер эсминцев. Вот, он так назывался. Вот, и еще что там было замечательного. А, ну да, автопромышленность нам всем знакома, Жигули, АвтоВАЗ, это там у них, это мы у итальянцев учились уже. Так что вот так вот, понимаете ли. Но это уже немножко не про Муссолини, это уже немножко... Просто... Ну, Фиат уже тогда был, Фиат был тогда, Фиат. Скорее всего, Фиат расцвел как раз во времена Бенито Муссолини. Да, ну там есть всякие разные интересные предположения, что это примерно, вот это говорит, что при Муссолини там расцвело тяжелая все вот эта вот промышленность. Да, еще это тогда, примерно... еще дополню, тогда еще. Значит, он был фашист. Он более-менее успешно боролся против сицилийской мафии. Потому что раз мафия не хочет так быть нормальными ворами, которые, наверное, сел, украл, попался, тюрьма, они хотят быть такими вот крутыми, он с ними, против них тоже крутые методы применялись. Вот, и в конце концов они ему отплатили симметрично. Они помогли американцам высадиться в Сицилии. И, соответственно, Сицилия стало огромным плацдармом для внедрения англо-американцев на вот этот итальянский сапог через Мессинский пролив. Это благодаря сицилийской мафии. Вот это вот. Еще там не было практически борьбы с евреями. Вот, практически не было борьбы с евреями. А позицию свою он... Ну, кто готовил на него покушение, их казнили. А так, в основном, он ссылал в глушь на остров Капри. Это примерно как по-нашему на Новую Землю. Такая же глушь, как Новая Земля, но климат другой, естественно. Ну, всякое бывало. Там бывали товарищи, которых, в общем-то, поубивали, ну, просто как бы это все под коверчик как бы замели, и, в общем, никто не узнал. А, вот так. Да, есть такое. Потом, правда, была одна проблема такая, что вот после одних выборов, ну, вот такого товарища убили из левого лагеря. И случайно увидели в машину, которая подъезжала к его дому. Ну, свидетель просто остался. Он говорит, а я видел машину. И все, там такой скандал поднялся. В общем, это не должно было быть. В общем, там
То, что, да, то, что, ладно, давайте. Очень симпатично сыграли Муссолини в фильме «Освобождение». Его играл этот актер, забыл его фамилию, забыл фамилию актера, он такой известный актер был, играл. Вот, он такой, яркая такая личность, он там играл такую яркую личность. И еще там была сцена, как он встречается с Гитлером, значит, ну, Гитлер его позывает, надо, мол, воевать, а он говорит, ну, фюрер, говорит, итальянцы не хотят воевать, а он ему говорит, что это за фашизм, дуче, да, что это такое, когда не хотят воевать, что это за фашизм? Да, его спросили эти самые профессора университетские, у него была с ними встреча, как, мол, преподавать фашизм-то, они спросили, что это, что такое фашизм-то, спрашивают его, он говорит, фашизм — это я, вот и все. Извините, пожалуйста, продолжайте. Очень интересно, очень интересно. Но я хотел бы немножко копнуть чуть-чуть подальше, поглубже. Мы, когда вспоминаем там Муссолини, там все вот эти вот его веселые, вот эти вот всякие там жесты, мы да, немножко веселые забываем, жесты. Что... Ну, это как в Древнем Риме, он Рим копировал. Ну да, собственно, газеты... По нем кинематограф очень сильно вырос, кстати, итальянский. Ну да. И, кстати, там были фильмы вполне себе очень достойные, хорошие фильмы. Были фильмы кассовые, там всякие римляне были разные, вот, карфагеняне. Ну и были фильмы просто про жизнь. Очень даже их сейчас даже можно в интернете посмотреть. Вполне себе нормальные фильмы про жизнь. Да. Газета «Попола д'Италия». Это что? Это же отсылка к римским временам, вообще-то говоря. Аббревиатура SPQR, ну, Сенат и народ Римской Республики, правильно? Ага. А Сената нету, Римской Республики нету, есть Италия. Попола д'Италия, народ Италии, вот, пожалуйста. Отсылка прямая, в общем-то, к этим всем. Вот, все-таки, да, вернемся. Мы вообще надо углубиться еще во времена Наполеона, вообще говоря, потому что это такая история, вообще длящаяся, это не... Скорее не про то, что вот они там проиграли, и все. Это не это такая, ой, там про дедушку еще надо вспомнить, там про папу. Вот. Дело в том, что... А, давайте еще немножко другое, что Италия – это 20 регионов, ну, сейчас 20 регионов. На самом деле это, вообще говоря, такая непрерывное пространство, где там в каждой деревне, в общем говоря, свой народ живет. Там какие-то отдельные провинции, в них, в общем-то, люди говорят на своих языках, у них там свои какие-то праздники, свои там, своя кухня, все свое, в общем. Это наследие средневековой феодальной раздробленности, которая да. продолжалась, по-моему, до середины 19 века, если не ошибаюсь. Ну, до 61-го года, можно сказать, когда ресержимента случилось уже окончательно. Да, 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 да. Вот, то есть Италия, она не состоит из итальянцев, вообще-то говоря, это такой... Такой веселый, заплаточный такой одеяло, в котором, в общем-то, и вот эти все жители разных областей, они друг друга, ну, не то чтобы не любят, но, в общем-то, вот мы... В чувствуют деревне... различия, чувствуют различия. Различия, да. Минимум как, минимум в языке. Они вот, какой-нибудь там флорентиец, какого-нибудь там венецианца, они просто не понимают, если они говорят на своих языках. Понятно, что они все многоязычные, они знают и... итальянский стандартный, и свой диалект, там, и еще какой-нибудь диалект, там, где бабушка живет, там, какие-то такие вот. То есть это стандартное. Вот, в частности, пьеса Эдуарда де Филиппа у нас часто ставят, называется «Перевод с неаполитанского диалекта». Да, там еще надо с неаполитанского какого? Южного, с неаполитанского такого-то, сякого-то. А что, в Неаполе там... еще несколько диалектов? Конечно, конечно. О, там этих диалектов непрерывное пространство. То есть это не та история. Где это там... как если в Москве одни в Сокольниках по одному говорят, да, на Пресне да, по-другому. Понятно. Да, именно так. Ну, там, конечно, они более-менее еще друг друга понимают, эти неаполитанцы. Но вот если в соседнюю провинцию, в Лацио, например, все, там это все труба. Сицилийцы вообще, они... Сицилийцы, если ты его назовешь итальянцем, он тебе скажет, что, ну, как бы, если ты иностранец сам, он тебе, ну, ладно, итальянец, я итальянец. А если его другой итальянец назовет итальянцем, он скажет, что, Вась, я сицилиец вообще-то. Мы тут, это, у нас отдельная своя история, своя жизнь. Да. Вот, так вот, вот такое вот лоскутное одеяло, да, вот Наполеон пришел туда, разбабахал там всех этих, значит, австрийцев, которые были там, насажал республики, давай, там, тут у нас будет такая-то республика, здесь у нас такая-то будет, здесь у нас Пьемонт будет, значит, свободный, все такое. И вот, замечательно, но Наполеон-то, в общем-то, в 14-м году-то все, в общем-то, Венский конгресс, что они решили на Венском конгрессе?
а мы Италию обратно Австрии отдаем под управление, как оно и было и раньше. И мало того, что отдаем Австрию под управление, мы еще и Венецию вообще целиком вот просто включаем в границы Австрийской империи. То есть это же просто было, ну, как бы шок и такое оскорбление прям, ну, натуральное. То есть и вот это, вот этот момент, он привел к возникновению вот такого вот романтического движения Ресорджименто. Ресорджименто – это вот воссоединение Италии. То есть до этого, в принципе, мало у кого было такое представление, что есть итальянцы, вот, что есть нация итальянская. Вот после Венского конгресса это появилось. И там появились десятки, вообще говоря, писателей разных. Там Джузеппе Мазини организовал там движение «Молодая Италия», в которой там писал подпольные газеты, где там, что у нас, вообще-то говоря, Италия, мы должны все вместе, мы должны объединиться, чтобы противостоять этим австриякам. В этом самом, в Третьяковке есть такая небольшая картинка «Читатели газет в Неаполе». Там три, кто-то читает, помните эту картину, да? «Читатели газет в Неаполе». Интересно, не помните? Я что-то не помню. Нет, я ее, может, положу на обложку. Да, ладно. Было бы интересно посмотреть. Вот. И вот сеть революционеров Карбонари, Карбонари, это же слово-то нам очень хорошо знакомое, Карбонари. Это время, вот, собственно, после начала вот этого романтического движения. Вот. Что эти Карбонари делали? Ну, вот они, собственно, и занимались тем, что побуждали в людях вот это вот ощущение общности. Какая была у них главная задумка? Что мы сейчас объединимся, этим австрийцам по шапке надаем, французам по шапке надаем и будем жить как нормальные люди. Все у нас будет классно, здорово. То есть было же какое восприятие, что вот это из-за австрийцев у нас ничего не получается. Мы так бедно живем. Ну, там же как раз это время, когда, в общем-то, юг Италии вообще там нищета полнейшая. Там переселение, перенаселение и натуральная нищета. Север Италии, ну, более-менее окей, как бы называется, но не супер. То есть к тому моменту, когда в Англии уже там паровозы начали делать, в Италии там саха, тяпка и пошел там. В лучшем случае там... Правда, там много было и образованных людей, в том числе ученых. Они иногда уезжали во Францию или в Англию заниматься наукой. Но, тем не менее, там были. Там была вот эта вот Дей Линчей, что ли, да, академия. Да, академия рысеглазых. Она до сих пор существует, кстати говоря. Вот, так вот в академии. Ну, там, ну помните, сейчас Вольтов столб, да? Вольта занимался. Ну, там вот это вот животное электричество, вот это все там же открыли, да? Гальвани, господи боже мой. Я даже уже забыл, что это от имени Гальвани происходит. Там полно было, да, ученых, если так посмотреть. Значительная часть истории, скажем так, экспериментальных наук, она происходит из Италии, между прочим. Они первыми стали заниматься экспериментальной физикой. Это вот, значит, Галилео Галилей, которого все знают. Потом можете добавить сюда еще, так сказать, Торричелли. Да? И, кстати говоря, первый, кто вставил физический эксперимент, был, как ни странно, Леонардо да Винчи. Но у него только одна была проблема. Для какой-то поделки ему потребовался коэффициент трения, значит, бронзы по дубу. Все, он измерил, и все, его больше не надо было. То есть, в принципе, первыми физическими измерениями занимался, значит, вот он, Леонардо да Винчи. Но уже Галилео Галилей там вовсю лепил. И астрономия, ну, кстати. Это мы говорим о такой тонкой аристократической прослойке, да, вот это какие-то вот... Да, потому что там же Папа Римский, у Папы Римский денег немерено, он заказывает картины, там он украшает свой двор там всякими людьми, так сказать, ну, достойными всяческого уважения, там поэты, художники, ученые, да, вот, помните там в этих самых, во дворце Ватиканском, да, там вот это есть зал такой, я помню, зал Рафаэля, кажется, он называется, и там, значит, вот эта вот сцена, там вот эти все знаменитые люди, так сказать, так, там вокруг престола Папы Римского кучкуются, да, там все вот эти поэты, и там ученые, там кого только нет, и мореплаватели, по-моему, там были. Не, ну, вообще, во времена вот именно рассвета итальянских городов, там не только Папа Римский занимался этим всеми, как бы, протекторатом наук, ну, вот, я имею в виду художеств всяких,
Это же был, вообще говоря, это самое удивительное. Это был инструмент конкурентной борьбы городов-государств между собой. То есть надо было привлекать, вот, чтобы показать, что вот у нас, вот видите, Константинополь, мы с вами, значит, это будем. Давайте договорчик с вами заключим. У нас, вон, видите как. То есть это самое удивительное, что не просто так это делать. Да, и потом это тоже запишите сюда. После 1453 года, ведь это вся публика из Константинополя образованная, да? Почтительно наследники древнеримской культуры, так отдаленные, через 1000 лет носители этой культуры, они ведь куда отправились? В Италию отправились? Да, в Гену, в Венецию. Геную, Венецию, да, там, пожалуйста, кто угодно. А Генуя, кстати, это город мореплавателей. А ему по-другому быть нельзя было. Он, это такая тонкая полоска суши, которая отделена горами, там, без мореплавателей. Причем крупных мореплавателей, кого ни копни, он, оказывается, какое-то отношение к Генуе имел. Да? Вот это вот Христофор Колумб-то оттуда, по-моему, из Генуи. Генуэйс. Потом там как-то вот корни какие-то, даже у Магеллана какие-то итальянские корни были, что он там чего, чем-то там занимался, где-то там стажировался. Не, Генуя – это вообще удивительное место. У них были колонии, мало того, что там в Африке, там острова в Средиземном море. Еще у них были представительства в Тане, в Ростове-на-Дону. В общем-то, там в Монгольской империи у них был там свой большой квартал. И, в общем-то, когда в Монгольской империи случалась какая-то заварушка, там они все друг другу перерезали, в общем-то, ну, один хан другого, в общем. Ну да, то никто, заметняк, как у нас не называют. Не дай бог с одного генуэса хоть волосочек упадет, потому что это, вообще-то говоря, ну, понимаете, это генуэсцы, это мало того, что источник дохода, это еще источник технологий, источник знаний, всего вообще. По-моему, этот самый, так сказать, судак-то, это чья колония была? Генуэзская. Генуэзская. И Феодосия у них тоже крепость до сих пор, там остатки стоят. То есть это такое. Ребята там знали как. А у них еще и было и в Голландии свое представительство. Вполне себе там был такой двор шикарный. И к ним из Голландии приезжал Рубенс, Ван Дайк приезжал. В общем, понимаете, такая вообще Генуя, это удивительно. Мы его привыкли называть Ван Дайк, но может он и Ван Дайк. На ваш-то европейский манер-то мы-то же... Мы тоже Ньютоном называли, хотя он Ньютон, а не Ньютон. Раньше писали вообще Нефтон. Я видел, да, Нефтон. Доблестный рыцарь Иван Гоя Айвенга. Шекспиар. Шекспиар, да. Ну, это транслитерация. Гамлет. Называется. Гамлет. Хамлет. Да, Гамлет. Вот. Теперь, вот. Возвращаемся обратно, да, к теме разговора. Да. Теперь наступают где-то 40-е годы. То есть мы тут говорили про Венский конгресс, уже там несколько десятков лет прошло. В общем-то, уже вот эти писатели, всякие художники, они довольно-таки хорошо постарались, поработали над темой продвижения ресурсажемента. И в Европе кризис, глобальный такой финансовый кризис. И на фоне этого кризиса, в общем-то, в Италии случается революция. В 1848 году, Сицилии. Все, сейчас мы всех этих наших австрияк повыставляем. Милан покрылся баррикадами, там австрийские гарнизоны все повыгоняли отовсюду. Войска папской области сказали: папа, мы тебя любим, но мы сейчас это будем австрийцев выгонять. То есть папа там говорит: ребята, ничего не трогайте, у нас это Божье царство. Он говорит: папа, потом разберемся. Пьемонт. Ну, это Пьемонт, это вот северная, да, Савойская династия. Пьемонт тоже там, в общем, вся Италия, в общем, восстала против Австрии. И началась первая война за независимость. Как мы понимаем из названия, первая значит, что у них что-то не получилось, да, что что-то пошло не так, в общем. Ну, понятное дело, в общем, Австрия, консолидированная империя, которая, в общем, поодиночке все эти отдельные маленькие армии вот этих всех отдельных итальянских государств, в общем-то, разбила. О, в общем, беда. Через год вторая волна наступления, вторая волна революции. Ну, это же вообще, ну, удивительное дело. То есть вы, когда подавили у вас революцию, и вы через год новую делаете. То есть это очень должны быть люди мотивированы. То есть когда подавили, то все, обычно там лет на 10, 15, 20, все затихает. Тут нет. И опять, и снова, в общем-то, австрийцы и всех там замяли, в общем, разогнали все парламенты к чертовой бабушке, порвали конституции, там, ну, они же как бы революцию сделали, что мы восстановили, значит,
Наполеон, ну, не то, что наполеоновские республики, да, ну, по образцу, как бы, что вот мы восстанавливаем парламентаризм, восстанавливаем республиканство. Ну, и австрийцы все это дело там, всех, кто был причастен к революции, посадили в тюрьму, рассослали вообще в разные концы света, там, всех вообще, кто хоть малую там, я не знаю, копеечку там дал, всех, в общем, ну, то есть такая жесточайшая реакция началась. То есть, и это уже время, то есть, 50-й год, да, а это уже время, когда родился, и уже сколько-то ему было лет, папе Бенито Муссолини, то есть, и прочих потом следующих фашистов. То есть, сколько же лет ты было папе Бенито Муссолини тогда? Ну, он, по крайней мере, родился. Бенито Муссолини родился в 83-м году. То есть, в принципе, уже близко. Ну, по крайней мере, дедушка Бенито Муссолини уже помнит эти времена, когда всех австрийцев поразгоняли. То есть, это уже понятно же, что он рассказывал папе Бенито, как это все делалось. Папа Бенито рассказывал самому Бенито. То есть, такая, ну, длящаяся история. Просто... Надо сказать еще, что, значит, папе Римскому это очень не понравилось. Не папе Бенито Муссолини, а папе Римскому. Это очень не понравилось все. И он запретил католикам служить на государственных должностях в Итальянской республике. Вот, в Итальянском королевстве вновь. Там же было королевство итальянское. Это уже чуть попозже будет, да. Да, да, да. И тут пошли в ход евреи. Оказалось там, вот, например, папа жены Энрико Ферми был евреем, и он был военным моряком. Они все были вот на таких, на госслужбе. Он был моряком военным. Да, вот, кстати, интересная штука. Помните, там была история в 1492 году, как, ну, помните, в смысле, не вы лично, когда евреев из Португалии и Испании выгнали. Да. А куда они расселились-то, в общем-то? В Голландию, говорят, что в Голландию, нет? Вот, а еще, они в разные места, в Марокко, в Голландию, там, куда угодно. И частично в Италию, в общем-то, им папа римский, в общем-то, предоставил даже вот какие-то части, какие-то земли, между прочим. Вот, между прочим, говорят, что уроженец Генуи Христофор Колумб был на самом деле евреем, да. Вот, так, вот крещеный еврей вроде как, да, да. Ну, это любимая история, да, когда надо кого-то... Нет, но это вроде евреи. Как тему такую раскрывают как раз еврейские историки, да, вот они, что, мол, типа, да, мы понимаем, но вообще-то говоря, Америку открыли такие евреи. Ну, если еврей крестился, если он стал выкрестом, то уже все. Минуточку. Помните, был такой мыслитель из Испании, еврей, забываю фамилию, Маймонид. Он же специально придумал молитву, что если ты окрестился, ну, эту молитву прочитал, все это не считается. Да, 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 точно. Это да, все, простите меня. Да. В Португалии, кстати, очень интересно, что есть культура старых и новых христиан. Старые христианы, эти вот, ну, это обычные христиане, то есть это там, значит, такие традиционные, да, ценности. А новые христиане – это крещенные евреи. Это, ну, они прямо в литературе у них там так вот это все. То есть такой типаж, новый христианин. То есть какой-то хитрый человек, который там вроде как бы наш. С двойным донышком, да, такой вот вроде как. Что он там у себя втихаря делает дома, это еще большой вопрос. Может быть, он там мацу, наверное, там печет, мацу. Да, может быть. Да, есть такое, что всякие были вопросы, всякие. Ну так вот, теперь возвращаемся обратно. Значит, австрийцы всех там поразгоняли, в общем. И тут возникает идея, проносится по этим сетям, да, вот этим карбонари, которые еще частично, ну, как-то остались там, что мы не можем мы австрийцев, в общем-то, как-то проучить. У нас сил не хватает, нам надо объединяться как-то на чем-то другом. Ну, вот это вот просто все по отдельности, они нас просто разбивают и все. И придумали такую тему, что, ну, давайте присоединяться к Пьемонту. Пьемонт – это самое сильное на тот момент итальянское, северо-итальянское государство со своей там республикой, ну, там более-менее, ну, в смысле не республикой, ну, парламентаризм, там король, там у них королевство, ну, как бы... Монархия, да? Монархия, все такое, но... Парламентарная монархия, так обычно называют. Да, парламентарская, продвинутая, в общем, монархия. И вот и они начинают вот в Пьемонт вкладываться, как бы, ну, Пьемонт начинает там строить дороги там какие-то железные, подписывать всякие торговые соглашения с Англией, с Францией, чтобы, ну, как-то развиваться, чтобы, значит, на ускоренном темпе догонять. В общем, потом Пьемонт подписывает с Францией секретный договор, в
котором обязуется Франция вступить в войну, ну, чтобы, в общем, поддержать независимость. И действительно, ну, это при Наполеоне III. И действительно, начинается война, то есть это уже через какое-то время происходит, то есть там лет через 10. Начинается война, и все так рады, все, сейчас мы это. Французы, в общем-то, дают по шапке австрийцам, итальянцы там, как бы, такое национальное уединение, воодушевление. И бац, французы говорят, все, мы, значит, это выходим из войны. Почему? Взяли и предали, в общем-то, итальянцев. Почему? Так они же не хотели им независимость, они хотели под новое руководство их взять. То есть они хотели отбить Италию у Австрии и, в общем-то, руководить самостоятельно. Ну, кому это понравилось? Да, Наполеон III, он был такой очень скользкий тип. Такой типчик. Ну, скользковатый, да. Очень скользкий, слишком, ну, такой вздорный временами вот в политике так вот. Хочу, хочу. Ну, собственно говоря, из-за его вздорности там много чего сказать. Ну, та же самая война с Пруссией кончилась его поражением. Ну, плюс к этому тоже вот это вот вмешательство Франции в крымские дела, то тоже это шло оттуда. Не в крымские дела, это были дела-то турецкие. И потом Крымская война. Это тоже, если бы не Наполеон III, если бы не его личность, то все выглядело по-другому, по крайней мере. Может, это то же самое было бы, но по-другому. Ну да, как-то не... Как-то он с англичанами смог там договориться вообще. Ну, да, 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 да. Там подбил, давайте. Ему хотелось покрасоваться. Ему хотелось покрасоваться, вот это, блин. Повоевать. Ну, куда воевался, немцы ему покрасовали его. Ну да, в общем-то. Пришлось им потом... В общем... Ну так вот, и французы слиняли, все, итальянцы остались одни, их предали, в общем-то. Что происходит дальше? А просто итальянцы говорят, ну все, значит, будем сами. Там возникает отряд Гарибальди, давай там всех шуровать, по, в общем-то, всех этих австрийцев. Ну, в общем, каким-то, ну я не знаю, по-моему, это чудесным образом он, ему удается, в общем-то, Сицилию освободить. То есть он, это же очень... Странная история, что он с 1000 ружьями приехал в Сицилию и навел там шороху. Там же был неаполитанский король, в общем-то, королевство сицилианское, двух Сицилий, или что-то я там вот это путаю, когда там королевство двух Сицилий или неаполитанское, в общем, ладно. Ну, там же армия, в общем-то, все, но он смог там и добровольцев к себе нанял, в общем, все замечательно. Получается, он же это... ведь был южноамериканский пират. Да, я вот не знал. Нет. Да, он же из этих ребят был, пират был. Вот он включился в эти дела. Наверное, у него какие-то итальянские корни-то были, но он южноамериканский пират. Не, он родился в Ницце вообще, в семье... Возможно, но он занимался пиратством в Южной Америке. Это он такой вот... Ну, факт. Денег подзаработать, наверное, да, делать. Ну да, он решил тут теперь попиратствовать, попиратствовал. Типичная такая пиратская тактика. Маленький отряд высаживается, активно действует, не ждет там это. Значит, опыт. Значит, да, вот это все тысячи, это вот опыт сыграл. Вот эти вот тысячи. Да, это тысячи, да. Вот, ну, Генуя. Красные рубашки у них, по-моему, были тогда. Красные рубашники, да. Тысяча Гарибальди, да, гарибальдейцы. Вот, и... Все удалось у них, в общем, они к Пьемонту присоединили, в общем, всю Италию, кроме Папской области и Венеции. Венеция все еще в австрийском плену как бы находится, да. Вот 61-й год, Ресурджименто завершил, ну ладно, не завершилось, Папскую область еще не взяли. Все замечательно, сейчас мы начнем строить нашу новую страну, да. Все должно быть здорово. Но что по факту получается? Здесь у нас австрийцы... Зуб держит, сейчас мы вас это проучим. Тут французы тоже, в общем, не очень-то они дружелюбные. И надо бы что-то начать там как-то делать, но бац, и сразу восстание по всей стране. Там крестьяне восстают, давайте нам землю. Там рабочие восстают, а тут мы начитались Маркса, хотим марксизм. Тут у нас такие-то, тут сякие-то. Папа Римский там из своего дворца, у него еще большая папская область пока еще. Да. Католики, не слушайте этих болванов, в общем, нельзя, это все противобожье, в общем. То есть это же полный вообще хаос. И начинается, ну, натурально такая около гражданская война. То есть там постоянные какие-то вот, ну, неспокойно, в общем-то. Это уже там до 71-го года так продлится, пока Гарибальди, в общем, успешно не займет Рим.
А, ну вот как раз Рим почему ему удалось занять, потому что французы из него, в общем-то, слиняли, когда франко-прусская война, и пришлось им оттуда ретироваться, французам. Вот, то есть к моменту, когда родился Бенито Муссолини, что он как бы застал, да, его отец там молодой, в общем, он застал, ну, полный хаос вообще, это словами передать трудно, то есть люди ходят как бы по своим городкам и видят какие-то там, ну, замечательные дворцы, там, в общем-то, картины, ну, то есть это же, культура-то никуда не делась, в общем-то, она как была столетняя, многолетняя, вот это вот развитие культуры, но при этом экономически, ну, полная вообще разруха, полный хаос, при этом уже несколько, ну, там, 83-й год, да, допустим, на момент рождения, уже 20 лет, как совершилось ресаржимента, а никакого прогресса нет. Как, нас обманули, получается, что ли, как бы говорит отец Бенито. И он, в общем-то, становится социалистом, потому что он приходит к выводу, что, ну, аристократы, деньги у нас все, классовая борьба, деньги забрали, не хотят, чтобы мы развивались, потому что у них какая у них своя вот эта вот классовая ненависть к нам. Опа, и понимаете, и таких Бенит Муссолини, точнее, пап Бенит Муссолини, их много. Ну, в смысле, что это довольно-таки распространенное явление получается, что Маркса уже читали многие, потому что Маркс уже там, его «Капитал» расходится невероятными там тиражами, в общем. Все его читают захлеб и видят, вот же написано, что капиталисты, вот они в чем, все виноваты. Мало того, что капиталисты, тут еще и у нас королевство, то есть это же вообще, ну, понятное дело, заговор, все против нас. И вот, собственно, Бенито Муссолини, у него уже три имени, я уже забыл, как оно там, два других имени. В общем, его назвали в честь социалистов, социалистических вот этих всех дел. То есть Бенито, когда растет, он читает книги Бакунина, он читает Маркса, он читает Ницше, между прочим, то есть он про социал-дарвинизм узнает еще в юности, еще практически, ну там, сколько он там, до 20 лет он уже знает, что как устроено, ну, по его-то соображению. Вот. Ну, в общем-то, вот эта история, когда он там с Лениным, это же как, он скрывается в Швейцарии от призыва на военную службу. А вот, и тут вот они с Лениным и, в общем-то, знакомятся. Ну, это... Я так понимаю, что это не подтвержденно, это такая как байк. Что... Ну, он как бы в той же тусе был. Ну да, социалист. Ну да, это так. Социалист. Ну они, то есть друг про друга они знали. Не просто где-то в газете читали там большевик Ленин, а вообще знали. Ну, вряд ли они прям именно ну, друг о друга знали, потому что это еще самая-самая заря этого всего. То есть они, это еще... Это... 1903, что ли, год. То есть это, конечно, уже там какие-то статьи пишутся, уже Бенито там работает журналистом, но еще не супер продвинутый, в общем, еще не директор газеты. Вот. То есть 912 год. Это такое ключевое, ну, не то, что ключевое, ну, довольно-таки знаковый момент, когда Италия, в общем... Итальянское королевство думает, ну, что-то нам надо как-то, вообще говоря, людей-то подбодрить. А давайте, в общем-то, у Османской империи оттяпаем что-нибудь. Это же очень любимая вообще забава, когда у вас в стране что-то плохо, а давайте... А что тогда можно было у Османской империи оттяпать-то? Так Ливию и острова разные. Ах, Ливию, точно. Да, и ведь да, оттяпали. Оттяпали. И острова там много всяких разных маленьких островочков. Замечательно. И, такой подъем там у всех. Ну, это же такая вообще стандартная история, когда у вас что-то плохо, давайте внешнюю экспансию. И, в общем, люди радуются все, счастливы, ура, Ливия наша, вот как здорово. Зачем она нужна, правда, никто не знает. Ну, колония, у всех колонии есть, и у них колонии есть. Такое. Ну, как? Ну, правда, до этого они пытались в Эфиопии такое же провернуть, но, в общем, их там... Они так... после этого в Эфиопии они пытались? В Эфиопии они два раза были. Два раза у них да. был этот фокус. Да, в конце 19 века они в Эфиопии выселились, им там, в общем, по голове надавали эти эфиопы, ну, потому что их было маловато, этих итальянцев, там у них еще были в Эритрее свои колонии, там в Сомалиленде, то есть, ну, в принципе, итальянские торговые поселения – это такое довольно-таки развитая вещь, она была в разных местах, все было в порядке.
Ну, в общем, да, вот это вот подъем, все, сейчас мы, значит, отвоевали Ливию, здорово. И начинается война следующая, ну, Первая мировая. То есть мы, вот еще, ладно, давайте еще немножко до Первой мировой войны. Там же, вот, перед Первой мировой войной, там же происходит, ну, полный вообще такое, как бы назвать, хаотическое состояние. Там крайне правые ходят, взрывают крайне левых. Крайне левые взрывают крайне правых. Там все, у всех оружие. В общем, это полная такая чехарда, как бы назвать-то эту ситуацию. Предгражданская война. Предреволюционное состояние. Да, да. Почти что гражданская война, в общем. Вот случается вот эта война, Первая мировая. Что, опять же, разделяются мнения. Одна говорит, часть, мы не должны вступать. Другая говорит, надо вступать, потому что надо нам, значит, это Трентино забирать, ну, вот это, Южный Тироль там, потому что Венецию-то уже как бы обратно оттяпали, все нормально. Вот, и Муссолини говорит, ну, надо вступать в войну, нам нужно, значит, возвращать наши замечательные итальянско-говорящие районы. Ему социалисты говорят, ну, нет, нельзя, у нас же это классовые интересы, классовая борьба, мы же это, национализм-то мы не приемлем, говорят ему социалисты. У нас, понимаете, рабочее движение, у нас революция, у нас там социализм. Говорят, не, ребят, все, давайте. И он отсоединяется от социалистов и организует свою там газетку по поводу детали, в нее пишет пламенные статьи, что, значит, надо срочно вступать в войну. Да, причем, что Италия была в союзе с Австро-Венгрией и Германией до этого, на самом деле. В 1885 что ли, году они вступили в Тройственный союз, но при этом в Первую мировую войну они не втянулись на стороне Австрии и Германии. Вот это интересная штука, потому что союз был оборонительный, в общем. Вот это удивительная штука, потому что как-то так, вроде бы, можно было предположить, ну, это же предательство, то есть, что вы вот союзники, но если воспринять эту информацию с точки зрения, что австрийцев-то они считали предателями, ну, что не предателями, врагами, что французы предатели, то только кайзер Вильгельм мог считаться им другом, потому что потом Вильгельм, в общем-то, сказал, а давайте, ну, в общем-то, Венецию им Вильгельм и вернул, в общем-то. Вот такая история, что кайзер... Это когда же? Это после... Австро-Прусской войны, что ли? Нет. Да, по-моему, да, сейчас. Uh-huh. Даже не вернул, сейчас понял. У них на море еще были с австрийцами сражения тогда. У кого у них? У итальянцев. А, у итальянцев? Да. Тогда там была как раз такая заря, что, ну, такой период был в истории флота, когда в ход пошли броненосцы, это такие большие вот такие суда, которым ничего не сделаешь. Сам он стреляет по другому броненосцу, ничего не будет. И тогда были броненосцы, которые были предназначены для, так сказать, таранных ударов. Вот тогда как раз вот, так сказать, таранили австрийские броненосцы, таранили итальянские. Австрийцы выиграли тогда. Это была тогда у них там схватка такая в Адриатическом море. Mm-hmm. Ну и вот что получается. Война, да, вот эта Первая мировая. Италия, ну, в общем-то, в состоянии, ну, таком, сказать, не очень хорошем вот, экономическом состоянии, в общем-то. В войне погибнет там чуть ли не миллион человек. Хотя, так много. Да, да. Хотя там кусочек фронта был совсем капелюк. Вот, в этом-то и проблема, что полмиллиона гражданских от голода погибло и полмиллиона солдат погибло. Они еще и голод устроили в Италии. Да. Как они так сумели-то? Да вот как-то сумели. Там карточная система, в общем, ввели. Ну, полная вообще. Ну, карточная система, это ну, я не знаю. Ну вот вы понимаете, да, вот в этом, об этом и речь, что Италия была настолько в шатком состоянии, что они вступили в эту войну, и им австрийцы давай по шапке давать, в общем, там, мало того, что там миллион людей погибло, да, вот от голода и от ран, еще и несколько миллионов людей за океан уехало. Там, ну, да, это было такое дело, итальянцы в Америке... Да.
прижились. Еще до войны. Да. Итальянцы были, составляли определенные, ну, так сказать, разряд, что ли, пассажиров на трансатлантических пароходах. Вот итальянцы, они считались так вот, ну, не самой хорошей публикой. Ну, потому что в основном ехали южные итальянцы, это бедные люди из Сицилии, из Неаполя, там, из... Чуть чего достают ножик и все такое, да, прочее. Такие детские, со своими, в общем, замашками, привычками. Вот, на Парижской конференции Италии говорят, мы вам там кусочки отдаем, обратно италоговорящие, а вот все остальное, там, на Балканах и вот в Далматии, это мы сербам отдаем. То есть, погоди, мы же договаривались, как так? Мы переступлением в войну, они договаривались, что вот все италоговорящие районы им отдадут. Не опять их предали. Ой, как, вот беда. И то есть, и вот на вот этой волне, кстати, даже сказать нельзя, что была какая-то прям суперволна такая профашистская, потому что первые пару лет, когда после, ну вот, образования фашистской партии, они на выборах набрали там исчезающе малое количество голосов. То есть люди-то на самом деле за радикалов голосовали очень неохотно. Это вот интересная штука в 21-м году. То есть это уже потом, в 22-м году Муссолини и несколько десятков тысяч человек, ну там 30 что ли, или около того, чернорубашечников, пришли к королю и говорят, все, у нас Муссолини будет премьер-министром. А как? А почему? Ну, все, надо. А ему оставаться, ну, деваться было некому, некуда королю. Потому что к нему пришли точно такие же ребята, только с левого лагеря. Говорят, а нет, мы хотим своего премьер-министра. Ну, он подумал, что лучше уж Муссолини, чем вот эти вот леваки. Правых он боялся почему-то меньше. Потому что, ну, в общем-то, понятно, что я там. Леваки, что бы они сделали? Ну, в общем-то, короля того... Все-таки Муссолини короля не трогал. Вот это короля, в общем-то, радовало, что... Ну, относился к нему презрительно. Ну, да, поначалу более-менее там как-то. Какие-то пытался сохранять нормы приличия. Там даже парламент какой-то там имелся, что-то такое. Но потом его быстро свои же сопартийцы говорят, Бенито, все, либо ты нафиг всех разгоняешь леваков, либо мы сами их разгоняем, и уже без тебя. Ну, кстати говоря, ресенжименто было закончено при Муссолини, потому что при Муссолини были заключены знаменитые латеранские соглашения между Папой Римским и итальянским правительством, по которым, значит, вот, ну вот, то, что называется Ватикан, это вот то, что осталось, это после этих латеранских соглашений. Площадь Святого Петра, собор Святого Петра и вот сам Ватиканский, вот этот вот, ну, скажем так, дворец, не знаю, как это назвать, Ватикан. Очень маленькая по площади территория, даже замок Святого Ангела, он туда ведь не входит. И погодите, это в 71-м году было? Что в 71-м? Ну вот, когда папа римского Гарибальди, в общем-то, пришел... Я понимаю, но вот окончательно вот эта территория ужата была по латеранским соглашениям. Ныне действующая граница, которая, конечно, если не знаешь, что не заметишь, а просто вот ты идешь от замка Святого Ангела к этому самому, к собору Святого Петра, и вот ты понимаешь, а ты уже в другом государстве находишься. Кстати. 3 квадратных километра, между прочим, целых. Сколько? Сколько? 0,3 квадратного километра. Вот именно. Ну, Папа Римский. Ну, вообще говоря, вот уже в 71-м году Папе Римскому сказали, ты сидишь у себя в дворце, и вот там сиди, друг мой Сидный. У тебя, конечно, остаются привилегии какие-то и звание высокое, но по факту ты уже ничего там не управляешь ничем. Вот, ну да, это уже договоры, когда подписали уже окончательно, да, вот это вот де юре закрепили. Вот. Вот такая вот история, что да, чернорубашечки пришли, давайте. Хорошо, но несколько лет еще Муссолини каким-то образом там, ну, как бы пытался лавировать между политическими силами там и вообще выстраивать, ну, не то, что прям диалог он там выстраивает, нет, понятно, что у него были свои представления, что социалисты предатели, что Папа Римский нам не друг, что, ну, и все в таком духе, что вот все там иностранные ребята тоже нам не друзья. В общем, но вот такое вот прям тоталитарное государство, это уже лет так через 5-10 началось. То есть
Вопрос в том, что да, итальянские фашисты пришли, но есть такая штука, что до этого было десятки лет просто какого-то, ну, полнейшего хаоса, вообще говоря, там, полувоенного, полугражданской войны. И мало того, что так было, так еще и сами люди за фашистов не голосовали. Там такая была еще хитрая у них система. В 25-м, что ли, году, они, или 24-м году, приняли очень веселый закон. А вот та победившая партия, которая наберет хотя бы 25%, ей дается 2/3 парламента. Класс, вообще придумали, потрясающе. Ну и, естественно, эти 25% голосов фашистская партия набрала. Почему? Да прорисовали, в общем-то. Там, ну, да, конечно, популярность они какую-то получили, но по большей части голоса свои они получили запугиванием, переделкой бюллетеней, переделкой протоколов, в общем. То есть, вообще-то говоря, фашизм в Италии, он не произошел сам по себе, он не возник на человеческом каком-то порыве. То есть, на самом деле, итальянский народ, потом их уже уговорили, что фашизм – это хорошо. После того, как закрыли все газеты, после того, как убили всех, значит, леваков, убили там, ну, отправили в разные там ссылки, когда уже просто пообрезали все возможные каналы связи, там, в общем, тогда уже у людей, в общем-то, не осталось никакого мнения, кроме того, что фашизм – это хорошо. И это было уже к 30-м годам. То есть уже прошло достаточно времени. Вот поэтому, на самом деле, вот эта история, что итальянцы, вот как-то они там упали в фашизм, оно, ну, не совсем, их заставили в это поверить. Уже когда другого выхода у них не было. Так бы они его вряд ли бы. При всем, как бы, при всей проблеме, при всех проблемах, которые были у итальянцев, они не собирались прям уж сильно радикализироваться. Они хотели нормально жить по-человечески, чтобы делать там свой бизнес, чтобы ездить там к бабушке там в гости, какой-нибудь там в Абруццо, чтобы ездить к дедушке в Неаполь, там, ну, все в таком духе. Вот их принудили, и потом, да, ну, что какая проблема-то потом возникла, что когда вы обрубаете обратные связи, ну, все, голова начинает, и, как бы, Муссолини погрузился в свой выдуманный мир с Римской империей, сейчас мы восстановим тут все, сейчас мы, значит, поднимем производство, при этом, вот, да, вот этот вот вопрос о том, что при Муссолини подняли там промышленность. Да, в общем-то, это та же история, что спасибо товарищу Мао за то, что у нас восходит солнце. Она бы и без него замечательно развелась. Муссолини говорил, что я вам железные дороги сделал зато. Вот. Но еще до него началось вот это вот нормальное послевоенное восстановление. 1918 год. Там, ну, 1 000 000 человек, да, погибло. 4 миллиона уехало за бугор. Ну, естественно, какое-то будет восстановление, потому что люди-то рукастые, у людей культура, это же итальянцы, это же, ну, как бы, ничего не поделаешь, у людей тысячелетняя традиция всего, они и сами могли бы совсем справиться. Ну, вот просто Муссолини попал в удачную, как бы, струю, попал вот в этот вот, как бы, для него предназначенное место в истории, да, вот оно, то есть он туда очутился, его вынесло, вот, и он там местами позакручивал гайки, местами там что-то, какие-то свои телодвижения совершил, и вот он наверху оказался. При этом вот никто его особенно туда самостоятельно не хотел ставить. Ну, так уж сам себя поставил. Вот, можно еще одну картинку покажу? Да. Так. По-моему, я вам предоставил право. О, смотрите, это 34-й год. О, это Дуче. Это Дуче, это 34-й год. То есть, это что за площадь-то такая? Это штаб-квартира фашистской партии. Ну, где конкретно, я не могу сказать, где она была, там, штаб-квартира. Ну, это я к чему хотел сказать, что Дуче, конечно, у нас диктатор, и, в общем-то, ну, как обычный диктатор, что они там диктаторы делают? Это не на площади Сен-Жермена? Не знаю. Угол нет? Я там не был, я не знаю. Так. Вот. Ну, диктатор как диктатор, да, что там, в общем-то, диктаторы – это такие ребята, они все на одно лицо, грубо говоря.
Но была и вот одна такая вещь, которую Муссолини придумал сам. Вот, это же его изобретение, что ну вот, политик нового типа, это же Муссолини, который ходит по, значит, на радио выступает, в газеты пишет сам лично, там, как сказать, речи толкает, причем там эмоционально. Говорит без бумажки, как Ельцин говорил. Во-во-во. Ельцин, громко. Ты без бумажки говорил. Вот, пожалуйста. Да, громко, внятно, всем нравится. То есть, это он придумал. Понимаешь, да. Вот, ну и чувство стиля, да, вот это же картинка. А воровать-то он воровал? Он научился воровать-то, нет? Да, думаю, а что ему воровать-то? У него все и так было. То есть, зачем ему воровать, если он самый главный? В общем-то, кто ему что скажет? Что... Ну, вот у Ельцина там была история, да. Ну, мы не знаем, Муссолини до старости не дожил. То есть, что бы он там делал на пенсии, но на пенсии да. Он все, не вышел. Он там ногами вниз. У него жена-то была, или он так и жил с этой чужой женой, так сказать, Кларой Питачи? Не, личную жизнь Муссолини я не в курсе. Это я не знаю. Ну, это очень романтичная Клара Питачи, такая симпатичная женщина. Погибла вместе с любимым. Да. Ну, картинка, где они там их повесили, ну, то есть их же расстреляли, да, вроде, и потом вывесили на всеобщее обозрение. Ну, да, кверх ногами, да, и каждый печально, там ходил, печально, колотил, конечно. Стрелял, что хотел, делал. Вот-вот, буквально за 20 лет, из, ну, даже не за 20 лет, то есть это если мы берем 25-й год, когда началась массовая, массированная пропагандистская вот эта вот кампания, когда люди уверовали в Дуче, что он начал говорить, что а вот видите, вот у нас там появилась еда, это я сделал. А вот видите, у нас появились там корабли какие-то, вот мы можем типа, это я сделал. А вот то есть, ну, присвоил себе то, что и так итальянский народ сам бы сделал. Вот. Да это бы, знаете, так очень интересно. А что же он раньше не делал, этот итальянский народ-то? Так делал. Делал. Это все мелкие лавочники. Ну, то есть это, конечно... Ну, давайте вернемся так к Пьемонту, и мы еще там. Значит, железные дороги вполне себе начали делать и в Пьемонте. Индустрию тоже начали там делать. Так. В общем-то, Муссолини, когда пришел, он не создал это все, он прибрал к себе, к рукам. То есть он сказал, что а у меня теперь, знаете, будут назначенные люди здесь сидеть. В тяжелой промышленности у нас будут свои директора. А до этого было, в общем-то, ну, как бы назвать это, вполне себе рыночное вот это вот все хозяйство. И вообще-то говоря, первые реформы, которые проделали при Муссолини, ну, прямо вот там первые несколько лет, они были рыночные и прям либеральные. То есть натурально сделали либеральные реформы, облегчили всякий там документооборот, там, уменьшили налоговую нагрузку. И с 22 по 27 год Италия просто резко вырос по душевой ВВП. Потом, с какого года по какой? С 22 по 28. То есть он пришел к власти и сразу принял советником, ну не советником, как бы назвать, как это человек, министром. Министром экономики назначил либерального экономиста. И тут ему сделал экономические реформы, которые... Ну, так он назначил, все-таки, оказывается, тут при чем-то он был, Муссолини-то? Да, все-таки, да, назначил. Ну, через 5 лет-то он его снял, и все, и тут закончилось, в общем-то, весь рост. Тут надо стало воевать, тут надо стало, значит, восстанавливать Римскую империю. Значит, мы поехали в Эфиопию, мы там, давай там... С Грецией начал воевать, с Албанией. Да, с Албанией, да-да-да. Потом быстренько пока... А, так это же тоже интересная история, что началась Вторая мировая война, и все говорят, товарищ Бенито, нельзя вступать, у нас вообще ничего нет, у нас танки не работают, ну, то есть какие-то там, значит, пальцем протыкают танки. У нас оружия-то никакого нет особенного. Что мы делать-то будем? Они на нас нападут, и, ну, что делать-то, как... Ну, Бенито говорит, не боитесь, ребята, у нас это, Великая Империя. И когда вот Франция подписала Вишистская Франция, опа, он тут быстренько давай
В общем, уговорил всех ребят, что сейчас мы быстренько, значит, всю Европу с Гитлером поделим. Ну, через 2 года, в общем, у них закончились ресурсы, и все, и конец. Все. И Бенито потом... Бенито финито, в общем, стал висеть вверх ногами. Немного не рассчитал, в общем. Уверовал в свою пропаганду. Сам поверил в восстановление Великой Империи. Ну, вот, не получилось. Вот такая вот история. То есть, вывод какой хочется сказать, что, во-первых, да, итальянцы не настолько глупые, они их просто, в общем, так уж получилось, что они... это сейчас с нашей как бы точки зрения, там, через 100 лет выглядит так, но на самом деле все было немного в более таком... Да, то есть, в общем-то говоря, это не их какое-то такое было волеизъявление политическое, это просто там подтасовали, переписали... Кому надо, да, шепнули. Да. Ну, понятно, это Италия достаточно коррупционная страна. Это мы знаем. Следствие закончено, забудьте. Признание комиссара полиции, прокурора республики. Мы эти фильмы тоже смотрели. Да. И, вот, да. И причем действие происходит много после войны, конечно. Ну, и тут еще такая интересная штука, что вот там и война закончилась, ну, Вторая мировая. Началось экономическое чудо итальянское, да, при сообществе с США, и начиная с 70-е годы, и что в 70-е годы в Италии происходит? А просто волна дичайшего терроризма левого. Опа, неофашисты там возникли. Как же так? То есть это такая интересная история. То есть вот у вас все, страна пережила ваша страна полная вообще. Да, это вот знаменитая масонская ложа П-2. Да, красные бригады, вот эти вот ребята. И красные бригады с другой стороны, П-2, это пропаганда 2, да. Так она называлась. Там. Витторио Боргезе, черный князь. Они взрывают левых. То есть это же вообще, как же так? Вы же начали наоборот жить, 70-е годы. Это же вообще самый пик итальянского вот послевоенного развития. Там появились замечательные автомобили, то есть там... Вообще росла экономика просто как на дрожжах. Ну, все-таки Италия-то оставалась не самой богатой европейской страной, в смысле, вот там население было не самое богатое. Но это все-таки они жили, так сказать, не намного беднее, чем советские граждане. После войны-то... Не, ну не после войны, к 60-м годам, но после войны, ну что вы говорите там, ну... После войны тут... Там была кинокомедия итальянская, как, значит, воры забрали чужую квартиру, там, разрушив стенку, и там, значит, съели макароны. Ну, это макароны просто съели между делом. Вот об этом было в газетах, что вот воры пролезли в квартиру, съели макароны. Да, это вот была такая вот... Ну, это фильм был, конечно, комедия. Итальянская комедия. У нас их любили, итальянские комедии. Такие вот дела. Да, ну, насчет макарон, кстати, интересная штука, что у них... В каждом регионе своя форма любимая макарон. Ну, не макарон, да. Пасты. Макароны это определенный вид пасты. Макарон. Да. Да. Вот вы приедете в один регион, там делают, например, спиральки. Да, вот я, к сожалению, название их, я, конечно, там в своем видео их называю по имени. Например, да. Вы приедете, а какие вы едите, какую пасту? Он говорит, мы такую едим. А почему? Ну, потому что соус на ней хорошо остается, там, потому что у нее форма, понимаете, вкусно. Ага. А вот в соседнем регионе едят другое. Так они дураки, ничего не понимают. Это такая стандартная штука. То есть в каждом региончике едят свою пасту. Ну, так вот. Причем, конечно, самодельную в основном. Ну там ракушки, ушки там какие-то такие у нас все, что такое. Это наше название. Ну да, это наше название. Макаронные фабрики. Там десятки этих макаронных разновидностей. О, вообще удивительное дело. То есть... Паста у них называется. О, паста. Баста, карапузики. Баста. Это тоже итальянское словечко. Да, баста. Да. Баста. Хватит. Да, баста. Пронто. Пронто, значит, говорите так, они говорят по телефону. Пронто. Да. Си еще тоже, да.
А там, кстати, в итальянском языке, в итальянском общении очень большую роль играет вот такая вот мимика и жест, я замечал. То есть даже можно выражать вот это вот какие-то мысли с минимумом итальянских слов. То есть делай соответствующее выражение лица, что тебе надо, просишь ты там или что-нибудь, так сказать, повелеваешь. Ну, повелевать я не пробовал итальянцами, да? У них там своих цезарей хватает. Вот. А так вот это вот. Ну, все срабатывало. Срабатывает с итальянцами. Хотите что-то добавить? Уже хватит. Уже хватит. Ну, спасибо вам большое. Значит, поезжайте в Италию и спросите, где тут Вилла Джулия. Скузи, Вилла Джулия! Вот туда, за уголком, там Вилла Джулия. Да, пожалуйста, идите. Там музей этрусков такая есть, Вилла Джулия. Пустынный такой музей этрусков. Там никого не бывает никогда. Вот там хорошо. Хорошо погулять. Да там вилла действительно вокруг. Это вот такой вот итальянский, ну как сказать, сад. У него в этом итальянском саду главное такие перегородки. Они чтобы давали тень. Много-много перегородок. У нас это гибель, да, если стоит дом, от него тень, все, ничего расти не будет. А у них не будет перегородок, там все сгорит. Вот такая вот жизнь-то в Италии. Вот так вот. Да, скузи. Ну что, скузи, дорогая публика. Чао. Чао, да, да. Чао, это они тоже понимают. Скажешь ему чао, он говорит чао. Да, это они делают такое, да. Чао, это делают они. Ну ладно, чао, дорогая публика, не забудьте прислать мне денег. Без денег жизнь плохая, не годится никуда. Вот, у меня внизу есть все реквизиты, да. Чао. И подписывайтесь на канал «Вот Горны Миличи», сходите там, посмотрите про Италию, всю правду на 4,5 часа. Ну, пока, всех благ. Пока. Пока.